Шахри-Шахри – таинственное имя арабских сказок «Тонкий аромат». В Черкесске состоялась премьера спектакля «Шахри» режиссера Анзора Ямкуш по мотивам поэмы Расула Гамзатова. Она рассказывает о первой любви поэта. Спектакль поставлен на русском и черкесском языках. На премьере побывал Али Баташев. Главный герой спектакля – поэт Расул Гамзатов. Он делится со зрителем своими душевными переживаниями о своей жизни, творчестве и первой любви к девушке по имени Шахри. Грустные воспоминания и мудрое размышление об ушедшем времени, лирические зарисовки о детстве, радость общения влюбленных оживают на сцене в исполнении артистов Республиканского драматического театра имени Мухарбека Акова. Русский парень поет о девчонке одной. Показать чувство первой любви поэта к девушке Шахри в горном дагестанском ауле в атмосфере 50-х годов прошлого века – это задача и сложная, и простая одновременно, считает режиссер Анзор Ямкуш. Сложно, потому что все друг друга знают, да, просто потому что все жили в какой-то атмосфере любви, они росли именно в такой атмосфере. Мне захотелось это все передать. И именно через Расула Гамзатова, через его воспоминания. Поэтому спектакль идет вокруг него, как будто он в воспоминания свои нас вовлекает, зрителей. Спектакль «Шахри» поставлен по неоконченной поэме Расула Гамзатова «Аттестат зрелости». Адаптация произведения под пьесу сделана Зурабом Бемурзовым. Расул Гамзатов для меня это прежде всего любовь на века, любовь на всю жизнь. Любовь в его песнях, в его стихотворениях, это со школьных лет. У нас, у каждого, я думаю, это впечатление. В пьесе нет возрастных ограничений. Любви все возрасты покорны. Так считают многие юные зрители, пришедшие на премьеру. Главный герой Расул, когда он сделал вид, что он пьяный. А вообще, любовь между Расулом и Шахри вдохновляет вас? Да, они с детства. Сначала он говорил то, что никогда не женится на ней, но так случилось, что он сам влюбился в нее. Я впервые побывала в театре, честно говоря, и мне очень-очень понравилось. Вот. А что больше всего в этом спектакле? Все, все. От начала до конца. Мне очень все понравилось. Спектакль «Шахри» проходит на русском и черкесском языках. Это лишний раз убеждает нас в том, что творчество Расула Гамзатова любимо многими народами Кавказа и России. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия.